Сразу буду транслировать экран. Я всех приветствую. В сегодняшнем голосовом, кто не смог, не сможет, тот посмотрит запись, если захочет. Сделаем обзор бота. Очень многие новички не знают, как с ботом на карту обращаться. И разберем один из сервисов-помощников, как приглашать в первую линию в бот на карту. Ну, или абсолютно в любой проект этот сервис подходит. В боте на карту 6 кнопок. Когда вы регистрируетесь по ссылке вашего пригласителя, вы проходите по ссылке, проходите регистрацию, выбираете язык русский, выбираете капчу, отправляете номер телефона. И тем самым вы проходите регистрацию. Показать я это не могу, потому что я уже зарегистрирована в боте на карту. Здесь 6 кнопок. Давайте по порядку. Личный кабинет, подарки, информация, команда, статистика и кнопка «Поделиться». Был у нас предстарт. Запустился у нас бот, уже стартовал в проекте на карту 21 день, как он стартовал. У меня 10 матриц до класса VIP включительно. Подтвержденных подарков у меня за это время 15 850 рублей. И как админ-гарант меня, многие партнеры сделали админом-гарантом, я получила за них 4000 рублей. 10% я оставляю себе по умолчанию, 90% отправляю им обратно. Здесь нужно заполнить вам личные данные, заполнить данные, ну, по желанию, возраст, электронную почту, какой год рождения и так далее. Ну, если не хотите, не заполняйте. Здесь реквизиты. Реквизиты я свои светить не буду, потому что я уже заполнила там номера моих банковских карт, так как я это видео буду выкладывать на свой канал YouTube. Вы можете указать сразу несколько реквизитов. Несколько банковских карт разных банков, для того, чтобы, если будет поступать много подарков, чтобы не заблокировали вашу карту. Также укажите свой Payeer кошелек и Kiwi кошелек. Если человек вам дарит подарок и забывает про него, то есть захотел, забронировал матрицу и не подарил, как найти этот диалог? Личный кабинет заходите, диалоги. Подарки мне – это кто вам хотел подарить. То есть вот здесь вот у меня некоторые диалоги еще висят. Через несколько дней они удаляются. Подарки другим – это вы, когда бронируете матрицу и не подарили, а потом вдруг вот захотели подарить, например, через час, через два. Найти можно это в личном кабинете, диалоги, подарки другим. Лучше, чтобы здесь не было никаких активных броней, то есть, ну, вы подарили подарки, и у вас нет активных броней. Если есть, то есть подарок делится на две части. Если активные брони есть, то здесь будет подарок один, ну, активная бронь такая-то, активная бронь такая-то. Либо, например, вы один подарок подарили, его подтвердили, и вам надо отправить второй подарок. Он находится именно вот здесь, вот в активных бронях. И отправляете заново запрос на реквизиты, человек вам присылает и подтверждает подарок. Чтобы подтвердить подарок, человек должен прислать вам вот такой скриншот. Ну, это у меня на Тинькофф, вот написано здесь Ирина М, то есть Ирина Маркелова. Проверяйте всегда, потому что бывает такое, что не присылают вам деньги, присылают чужой скриншот и хотят тем самым на халяву получить себе матрицу. Поэтому всегда проверяйте. Ваши матрицы, где они находятся? Нажимаем подарки. Здесь у нас есть матрицы тест. Это 200 рублей, 500 рублей. 1000 рублей. Эконом, все перечислять не буду. Бизнес, VIP и механика номер 3. Механика номер 3 – это кнопка «Управляемый роддом», когда все ваши матрицы за 500 рублей поднимаются на позиции выше, то есть абсолютно все. Купить управляемый рандом можно у меня. У меня осталось на 5 рандомов 2500 рублей.
И смотрите, вот какие у вас матрицы. Матрица за 200 рублей. Если у вас они еще не активированы, при желании надо активировать. Нажимаете кнопку «Активировать», и вам будет два подарка. Кстати, сейчас идет флешмоб. Будет он до 15 часов по Москве. Активируйте дополнительные матрицы, если они у вас есть. И тем самым, вот сейчас про флешмоб буду рассказывать, вы можете выиграть один из трех подарков номиналом 10 тысяч рублей. Такое бывает редко. Может быть, раз в неделю, может, раз в 10 дней. Так что надо пользоваться. Какие матрицы у вас уже есть? Вот с телефона выгружаете в Excel отчет. Ну, с компьютера у меня не открывается. А с телефона вот будут хорошо открываться. Вот с компьютера я не могу открыть. И там видно, какие у вас матрицы. То же самое за 500 рублей. Вот вы можете посмотреть. Матрица здесь 200 рублей, 500 рублей, 1000 рублей. Смотрите, если вам хотят подарить подарок, и вас нет на месте в течение 15 минут, вы не нажали кнопку «Продолжить», то подарок улетит вышестоящему наставнику. Чтобы такого не случилось, назначайте админов-гарантов. Как назначаются админы-гаранты? Свои услуги также я могу вам предложить. 10% буду удерживать себе, 90% буду отправлять вам. Нажимаете «Подарки», «Матрица тест». На каждую надо установить админов гаранта. Вот у меня админы гаранты. Вот «Назначить админа». Нажимаете, здесь пишите «Собачка» и логин того человека, которого хотите назначить. У меня уже есть админы гаранты, их здесь несколько человек. У меня вот... 4 админа гаранта. То есть, если первый проспал, 15 минут прошло, идет ко второму админу гаранту, потом к третьему, к четвертому и так далее. И так на каждую матрицу. Ну, на матрицу VIP я назначила только своего мужа, потому что это гораздо весомые матрицы. И еще, кстати, мне мой админ гарант сказал. Один из админов гарантов, которого я уже удалила, что мне надо выплачивать кредит и так далее. То есть знайте, что это чужие деньги. Вот я знаю, вот я получила 4 тысячи за кого-то. Я знаю, что эти деньги тратить нельзя, если они у меня на карте, и мне надо поскорее от них избавиться. Поэтому я в чате пишу, кто меня еще назначал админом гарантом. Делаете, как узнать, вот в боте отправляем сообщение, как узнать, сколько админ гарант получил денег, слэш гарант, нижнее подчеркивание, get, делаете вот такую выгрузку, вот я сейчас ее, она у меня не копируется. Делаем вот такую выгрузку и будете знать, какой админ гарант получил за вас. Ну, не открою, не открывается у меня с компьютера. С телефона открываете и приложение таблицы и смотрите. Если несколько админов гарантов, значит, прям вот это вот пересылаете тому человеку, на стрелочку нажимаете, пересылаете. Например, мне, Ирина, вот ты за меня получила столько-то и столько-то. Я открываю и смотрю. У меня есть отдельный чат, я создала. Он у меня называется «Я админ гарант». Вот. И вот здесь вот я сделала отчет. То есть я рассчиталась, 1200 перевела, 90 перевела, ну, с мужем у нас свои счеты, то есть никто никому ничего не должен. Поэтому, если я еще кому-то должна, то делайте вот такую вот выгрузку и пишите мне, что Ирина, ты должна мне столько-то и столько-то. По поводу флешмоба сейчас расскажу. Сейчас у нас идет флешмоб с 12 до 15, через 50 минут он закончится.
Будет разыграно три подарка. Все места одинаковый номинал по 10 тысяч рублей. Общий призовой фонд 30 тысяч рублей. Что нужно сделать? Активировать матрицы номиналом 200 рублей, 500 рублей, 1000, 2000 рублей на площадке тест и на площадке эконом. А значит, просто дарить подарки нашим друзьям. Участие в розыгрыше бесплатное. Ну, участие бесплатное, а подарки, соответственно, дарите вы. Берете ссылку своего пригласителя, если вы уже зарегистрированы, значит, просто дарите подарки. Вот этот вот чат, это чат флешмобов. Вот тут уже идет голосовой, так что сюда вступаете, и когда здесь будут получать призы, вы должны быть онлайн, включить камеру и сказать, ну, если вы, например, победитель, сказать, что вот... Мне нравится, там я победила, ура-ура, или победил. Ну, насколько я знаю, кто не будет присутствовать, значит, будут разыгрывать дальше. То есть не дадут денег, если вы не будете присутствовать. Еще где брать картинки и материалы для приглашений? Обязательно надо подписаться на все полезные ресурсы. Вот это вот инфоканал, где мы черпаем информацию, что происходит в боте. YouTube-канал, где вы можете посмотреть отзывы. Канал стратегии, примеры расчетов, техническая информация, ну, техподдержка. А, вот техподдержка. Голосовые чаты здесь проходят. И промо-материалы. Вот как раз про промо-материалы. Здесь у нас рингтоны, которые вы можете скачать. Вот я установила рингтон себе на телефон, вы получили подарок. Даже если человек перешел по ссылке, меня бот оповещает, вы получили подарок. И чтобы я на каждый пик не отвлекалась, когда, например, готовлю или еду в транспорте. Вот. А когда уже вы получили подарок, конечно, я первым делом все бросаю, потому что 15 минут, и подарок пойдет админу-гаранту. Вот вы можете выбрать вот из этих рингтонов себе оповещение и установить. Как устанавливать рингтон, можете написать в чате, я потом скину видео. Здесь у нас есть промо-материалы. Это вот для серфернера 728 на 90. Вот такие баннеры я просила дизайнера сделать. Это для сторис в соцсети. Можете скачивать и опубликовывать. Кстати, вот эту картиночку я сейчас скачаю и буду рассказывать дальше. Она мне понадобится для поста. Назовем ее 5. Так, идем дальше. Если есть вопросы, можете задавать. Я пока расскажу про следующие кнопки. В кнопочке «Инфо» вы можете почитать о проекте, что такое проект на карту, изучить маркетинг. Знаю, что 50% сличника – это очень-очень здорово. Договор оферта, посмотреть презентацию, подписаться на YouTube-канал и на инфоканал в Телеграме. Здесь вы можете выгрузить свою команду в Excel. Ну, массовая отправка сообщений, постов в своей первой линии, по-моему, она еще не работает. Надо уточнить. Здесь, так, рассказала, статистика. В этом разделе вы можете выгрузить статистику КПД своей первой линии партнеров, а также структуру в целом. Тоже нажимаете «Статистика» вот, и смотрите, кто какие матрицы активировал. Ну и, конечно же, ваша реферальная ссылка находится она вот здесь. Вот, берете ее, копируете и распространяете в соцсетях. Но, конечно, не спамите. Сейчас я буду делать пост по флешмобу. Вот здесь у меня пост скопированный и добавлена моя реферальная ссылочка.
раз еще у нас осталось 45 минут, я сделаю пост. Для этого мне понадобится Like Pro сервис. В прошлый раз рассказывала и не записала видео. Этот сервис бесплатно можно использовать одну страницу, но так как у меня две страницы ВКонтакте, одна группа ВКонтакте, Инстаграм и Одноклассники, и на 5 аккаунтов в разных соцсетях мы будем убивать одного зайца, и он пойдет сразу во все 5. И вот здесь вот выбираем, куда пойдет. Но в Одноклассники не пойдет, потому что блокируют за это. Обязательно ставим хэштеги. Хэштег у нас будет на карту. Пишем все вместе, потому что только так работают хэштеги. Подарки на карту. Ставим решетку и пишем. Дальше. Бот. Телеграм бот. Здесь загружаем фото или видео. Как раз вот моя пятерочка. Где она у меня тут? Вот она. И можно свою фотографию загрузить. Ну вот, мы были на конференции, как раз это тоже как инструмент. Вот в Сочи мы были, фотографировались. Ну, вот так. Первый комментарий доступен в Инстаграм. Вот здесь вот я курсор. Ставлю курсор и пишу сама первый комментарий. Суперский проект. Комментарии не отключаю в Инстаграме. Геолокацию это не обязательно. Вот делиться в истории. Я делюсь всегда своим постом в истории. Можно разное описание постов сделать, особенно вот ВКонтакте, чтобы ну, скопировал, вставил и на той странице, и на той, конечно, не очень хорошо. Поэтому надо что-то свое. Желаю выиграть призы, но их всего 3. Кому-то повезет. Здесь что-нибудь добавляем. Желаю 3 людям победы. Ну, например, вот так. Ну, здесь оставляю так, как есть. Сейчас у нас 14:19. Вот в 14:20 будет у меня опубликован пост. Сейчас загрузится. Две фотографии у нас загрузятся. Вот, и все. Сейчас через минутку пост у нас будет опубликован. Этим сервисом я пользуюсь уже 3 месяца. Партнерской программы здесь нет. Здесь можно еще опубликовать Reels в Инстаграме, опубликовать несколько историй, опубликовать несколько постов и копию поста по ссылке сделать. Например, у кого-нибудь взять, ну, либо свой пост, например, вот кнопка, правой кнопкой мыши копируем. Вот копию поста по ссылке. Вставляем ссылку. Все, раз, и вот пост уже, видите? Готовый. Все, и картинки, все загрузилось. Можно просто картинки поменять, подредактировать, и все. Так, что-нибудь я здесь сейчас отредактирую. Галактический проект напишу. Уникальный маркетинг. Главное изменить текст.
И фотографии тоже я поменяю здесь. Можно видео сюда загрузить. Москва. А вот можно из Москвы. Фото с партнерами, например. И этот пост будет у меня, ну, не сегодня, не завтра, а 24 мая. Ну, в 7 утра, вот так, 7:21. Запланировать пост. Пусть он выйдет здесь, здесь и все. Вот так. А тем временем, пока здесь грузится, перезагружу я страничку и проверяем, как опубликовался у нас пост 14:20. Это моя основная страница ВКонтакте. И в Одноклассниках я не публиковала. Еще можно отмечать в посте. Ну, например, я мужа отмечаю, он меня отмечает. Взаимопиар тоже хорошо работает. Вот, опубликовался пост. Я его копирую. Есть у нас в Телеграме чат пиара. Копировать адрес ссылки. Обязательно в чат пиара я его добавляю. Пиар. Вот, чат пиара. Ну и после того, как закончится голосовой, я обязательно пройдусь вот по этим ссылкам, которые здесь люди накидали. То есть ты мне, я тебе. Взаимопиар. Так, все, что я хотела тут сказать. Установлю запись.